Президент США Барак Обама выступил в Белом доме и объявил, что вводятся визовые ограничения и замораживаются счета лиц, ответственных за деятельность, подрывающую демократические процессы института на Украине. В заявлении президента подчеркивается, что в случае ухудшения ситуации могут быть приняты и другие меры. Сегодня утром я подписал исполнительный указ, в соответствии с которым вводятся санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Любая дискуссия о будущем Украины должна вестись с участием законного правительства Украины. В 2014 году мы оставили далеко позади те дни, когда можно было перекраивать границы в обход демократических лидеров. Также Барак Обама подчеркнул необходимость прямых переговоров между правительствами России и Украины с участием международного сообщества. На Украине есть решения, учитывающие интересы России, но при соблюдении суверенитета и целостности республики.